Вечер, дополнительный видеообзор по данному Керхеру, комплектация перед вами на видео, более ничего нету. По внешнему состоянию, по техническому состоянию, все показано более детально. В первом видеообзоре показали проблему работоспособности, во втором, как и просили, показали внешнее состояние со всех сторон. И также показали, как ее называется-то, шильдик с информацией. Также сказали про комплектацию, вся комплектация на видео.